пошел. Не совсем. Способность. Нет, ну вот ты спросил мем, да, был такой мем в Дозе. С комьюнити, который был. Да, да. Ну, не про хвоста же, правильно? Это правильно. Что хвост, который Александр Юрьевич? Ну, еще там что-то. Раз рапирка, два рапирка. Да ладно, ну это... Это легкий, да. Давай дальше. Первый был сложный. Вот как показывают даже... Тогда давай опять более-менее сложный. Да. Кто у нас, видишь, сидит... Дупин, вот Клокверк в душе дает на нулевой минуте. Клокверк, да, ну... СФ просит душу. Да. Ну, там Клокверк стоит, еще что-то, что он дает? Пойдет навстречу. Ну, коги ставит и дает души. Все, все, абсолютно правильно. Пошла, пошла, ребят. Я понял, почему. Давай еще один легкий. Слушай, это какой-то игрок? Нет. Это герой? Да. Ну, смотри, нужно посмотреть, какое действие совершается. Блин, я думаю, знаю над карикатурой. Ну, это ультразвук. Ультразвук. То есть, у беременных. Так, ну это ребенок, да, правильно? Он говорит про Мефлис. Ну, кто-то внутри, да. Я поэтому и спросил, может быть, это игрок, но окей, это герой. Внутри. Внутри может один из лайфстилеров. Но это не он. Это не он. Опять же, это связано с последними апдейтами в Доте. Ну вот ты и подловил меня опять. С новым героем. Надо вспомнить, каких героев обновляли. У тебя еще 8 попыток есть. Ну слушай, у меня сразу была фаза, что типа за Денай сказал. Знаешь, я там под Shadow Strike вот бобы, а еды меня Денайт. Но это, видать, не то. Нет, но со смертью это связано. Со смертью это связано. Ну слушай, а кто захочет, чтобы вы убили добровольно? А, Варлок, все. Молодец, не надо, это Варлок. Вопрос наводящий, один зашел. Вроде бы не планировалось.